Что, друзья, всем привет! Мы уже на автодроме в Мечково, уже прошли административные и технические проверки, приступили к тренировкам. И сегодняшний влог сторис хочется начать с прекрасной новости. Наконец-то на YouTube-канале в сети вышел наш фильм про не очень удачный этап в Красноярске, но тем не менее мы снова попытались немножко изменить формат, постоянно щупаем эти грани того, что вам нравится и не нравится, поэтому смотрите, ссылку сейчас прикреплю, далее будет тизер. И не забывайте оставлять комментарии насчет того, как вам этот формат, понравился, зашел, не зашел. В общем, ждем от вас фидбэка, приятного просмотра, заряжайтесь перед этапом здесь, в Мечково. Ну вот, в общем, сегодняшняя тренировка больше похожа на парад пилотов, на самом деле. Там вот еще очень много машин, очень много стритовых машин сегодня, потому что сегодня трек-день от трассы, ну и Евгений Лосев вот там. Давайте посмотрим, как Женя проедет свой тренировочный проезд.